Хорошая новость для любителей короткометражного кино. 25 и 26 сентября на летней эстраде «Ракушка» в Александровском саду пройдет фестиваль уличного кино. Фестиваль представляет собой конкурс, жюри которого станут сами зрители. На их суд представят 9 короткометражных фильмов с участием Чулпан Хаматовой, Игоря Верника, Владимира Вдовиченкова, Варвары Шмыковой и других. Процедура выбора победителя будет необычной. Зрители зажгут фонарики на своих телефонах в поддержку понравившегося фильма, а организаторы замерят люксометром уровень света. Такие фестивали пройдут по всей России, и в середине октября будет объявлен единый победитель. Лучший режиссер получит главный приз – грант в 1,5 миллиона рублей. Начало программы 25 сентября в 20:00. Не забудьте теплые пледы и чай. Погода обещает быть прохладной.